открываем нашу конференцию. Я всех поздравляю с праздниками, вот с этой замечательной чередой зимних, рождественских и новогодних праздников. И вот по давней нашей традиции мы вместе с Патриархией, Советом по культуре участвуем в рождественских чтениях. И каждый год, 24 или 25 января, проходит у нас конференция, посвященная связям музыки и христианской культуры. Темы были разные, очень интересные, и было много разных интересных докладов, многие из них опубликованы. Но вот в этом году мы проводим конференцию в совершенно особом формате. Такое делаем мы в первый раз. Это не просто конференция, а конференция, во-первых, студентов и аспирантов, учеников. И, во-вторых, это конкурс. Ну, что, конечно, вносит дополнительный такой спортивный интерес. Ну, может быть, это и не обязательно, но сейчас вообще уделяется большое внимание именно студенческой и аспирантской, само собой, но студенческой тоже, научной работе. И вот такие конференции в качестве конкурса, они всячески поощряются и поддерживаются нашими министерствами. Вот. Ну, тема конкурса, тема конференции – музыка и христианство. То есть тема такая очень общая, тема глобальная. И я уверен, что эта тема во всей своей глубине еще ждет настоящего раскрытия, во всей своей глубине и полноте. Потому что вот те животворные стимулы, которые несла с собой христианская культура, и именно на базе христианской культуры возникла вот эта великая европейская музыкальная традиция, которая относится и русская, со своими особенностями, православная традиция, это богатейший мир искусства, это богатейший вообще в целом духовный мир, который нет смысла и нет необходимости отделять вот этих от христианских религиозных камней. Ну вот, и поскольку у нас конкурс, я с удовольствием представляю членов жюри конкурса. Ну, ваш покорный слуга – это председатель жюри. Мой заместитель – Роман Александрович Насонов, доцент кафедры истории зарубежной музыки, куратор СНТО, студенческого научно-творческого общества консерватории. Затем Наталья Ильинична Ефимова, проректор по научной работе хоровой академии, профессор. Лариса Львовна Гервер, профессор Гнесин, Российской академии музыки имени Гнесина, доктор искусствоведения. Также в составе жюри, она подойдет позже, Наталья Валерьевна Гурьева, заведующий центром церковной музыки Московской консерватории. Еще, конечно, в составе жюри у нас вот представитель церкви, отец Игорь. И я с удовольствием вам предоставляю слово. Спасибо. Доброе утро, дорогие дамы и господа, дорогие братья и сестры. Я рад приветствовать вас от имени Патриаршего Совета по культуре и от своего имени на этой замечательной, уже традиционной в рамках международных образовательных рождественских чтений конференции, проходящей в Московской государственной консерватории. Тема, как уже обозначили, заглавная тема сегодняшней конференции – это музыка и христианство. И я думаю, что сложно представить более подходящие стены для проведения такой конференции. И ознакомившись с программой сегодняшней конференции, с темами выступлений, докладов, мы видим, что вот эта тема будет обширно рассматриваться, потому что многие вопросы будут подниматься. И я хочу пожелать всем, кто сегодня примет участие в этой конференции, помощи Божией, особой помощи Божией докладчикам, и всем пожелать крепости сил, потому что, как я видел сегодня по времени, конференция будет не маленькая, длительная. Вот. И я убежден, что каждый из нас сегодня с вами ждет множество открытий. И я желаю всем удовольствия от всех знаний, которые мы сегодня получим. Спасибо. Спасибо, Полина. И, пожалуйста, теперь вам слово тоже, поскольку вы представитель церкви, и хотя и не в составе жюри, но нам особенно приятно, что вот такие гости нашей конференции, которые представляют Русскую Православную Церковь, у нас присутствуют. Пожалуйста, вам слово. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, коллеги,
заведующим Регенского отделения Московской Духовной Академии. Прибыл к вам на конференцию как частное лицо, но тема, которая сегодня здесь будет рассматриваться, которая озвучена, она действительно для нас является очень важной и животрепещущей для студентов наших духовных школ, и в том числе Регенской школы Московской Духовной Академии, где читается курс, он немножко перекликается с названием конференции «Религия и искусство», «Музыка и христианство». В процессе этого курса мы, конечно, рассматриваем самые разные аспекты взаимоотношений музыки, богослужебного иконописи, живописи, гимнографии и поэтики, то есть касаемся тех вот вопросов, которые очень на сегодняшний день для нас являются очень важными и значимыми. Что хотелось бы, конечно, пожелать тем, кто сегодня будет и освещать свои доклады, кто будет трудиться. Всем нам известны слова Федора Михайловича Достоевского о том, что красота спасет мир. Есть очень много толкований о том, каков смысл вкладывал сам писатель в эти слова, как его богословские смыслы в Русской Православной Церкви. Но я хотел бы сказать, что, возможно, мы живем в такое время, когда не только красота спасает мир, но когда нужно спасать саму красоту. И поэтому все то, что делается на таком высоком уровне в рамках рождественских чтений, столь авторитетном и значимом учебном заведении, это на самом деле очень большое дело. И я думаю, что, вот как мой коллега сказал, что это одна из лучших площадок для такой конференции, но будем надеяться, что подобного рода конференции мы сможем проводить также, например, в московских духовных школах, куда мы вас приглашаем. И я уверяю вас, что интерес к докладам, с наименованием которых познакомиться, будет колоссально. Поэтому помощи Божией вам, и да хранит вас Господь. Благодарим вас еще раз. Спасибо вам большое.